Всем привет! Эта трава называется живокос. Сначала я думала, что это шалфей. Потом я думала, что это дельфиниум. Но порывшись в интернете, я узнала, что ее натуральное название живокос. Она ядовитая. Я в перчатках пришла на соседний огород, где ее увидела в большом количестве. Раньше я эту траву не видела нигде рядом на участках. А в том году сосед Саша завел курочек. И я думаю, что он купил зерносмесь. В мешке зерносмесь было все подряд. И, похоже, курочки это съели. И в этом году курочек нет. Их Юна сожрала. Юна, ты слышишь? Это ты курочек сожрала. Покажи, Саша. Да. Вот это... Она их задушила, она охотница. Курочек нет, а курочки выкакали, и живокост остался. Рассказывать не буду. Одно само название. Живокост, живая кость. Обо всем говорит. Сейчас пойду домой. Все это обработаю. Сделаю настойку. И потом еще планирую еще раз прийти. Тут еще три раза столько будет. А настойку вовнутрь? И вовнутрь или мазать кости? Или принимать надо? А знаешь, вообще вот это, там столько написано. Я никогда же такого названия не слышала. Кстати, еще у меня сейчас я татарский колючник буду собирать. И когда увидела в интернете вот этот живокост, татарский колючник и болиголов. Ну, про болиголов, наверное, все знают. Это жесть жесткая, которая лечит онкологию. И живокост, кстати, тоже как профилактика от онкологических заболеваний. Так что вот, я заготовительница трав, рассказываю, как я заготавливаю травы на зиму. Всем привет! Пишите комментарии, что вы думаете про эту траву. Так, еще. Что нажимать теперь? Я нажал сюда. Красненькую камеру. Это вот эту надо нажимать.